Жречил и Малун. То, ради чего мы сидим в 2 часа ночи и разбираем. 100%. Пишет он следующее. Привет еще раз. Это Малун. Вот с таким ником, да. Поп-рэп на зацен. Жречил Малун. Представь. И ссылочка. Спасибо тебе большое, бро. Снова Малун. В этой суке. Давайте посмотрим, что это такое, да. Лейбл Respect Music. Серьезно. Серьезно. Малун здесь. Let's go. Представь. Так, ну что у нас здесь написано? Поп-рэп, баллада о любви в последний день на земле. Бля, страшные песни вы поете, которые могут стать актуальными, к сожалению, в любой момент. Песню собирались выпустить летом, но не успели. Летний вайб с историей. Такие песни надо стараться успеть выпускать, бро. А то можно вообще нахуй их не успеть выпустить. Ну молодец, да, это хорошо. Это хорошо. Вот вы такие в палатке, да, рай в шалаше, а вокруг творится... Вокруг творится прекрасное далеко, которое мы только что послушали. Ну давай посмотрим, да, что это такое. Жречил и Малун. Let's go! Плохой парень залетает, да, уже на фит я слышу. Представь, бэби, что это наш общий сон. Представь, если завтра мир пойдет на дно. Мы проведем эту ночь вдвоем. Ты мне откроешь свою любовь. Забудь, бэби, все, о чем грустишь тайком. И пусть время есть еще, танцуй легко. Я не шучу, тебе идет фасон. Мы не проснемся, запомни все. Вау, вау, светишься, я, наверное, рад. Мне даже не грустно, что все кончится так. Скидываю весь груз, давай устроим бардак. Слова ла-ла, ты по слогам моим бежишь, давай. Кому там слово? Строим бардак, слова ла-ла, ты по слогам моим бежишь. Около давай опасности. Сюда. Я тебя узнал, а ты меня. Я поднимаю глаза на наш последний закат. Солнышко здесь толще вот этот конец. Встреть со мной. Представь, бэби, что это наш общий сон. Представь, если завтра мир пойдет на дно. Мы проведем эту ночь вдвоем. Ты мне откроешь свою любовь. Забудь, бэби, все, о чем грустишь тайком. И пусть ну, жречил не разъебал, да. Я не шучу, тебе идет фасон. Мы не проснемся, запомни все. Я закрыл на счет, забили в тикток мировой поток. Крепко держу ладонь, я не слышу шторм никаких частот. Я не успел на завтрак, ты бежала с азартом. Этот день развязал нас, но мы закончимся завтра, завтра. И шлю песню. Нет, бро. Толще вот этот конец. В толщевод. Встретиться. Ну, типа, пищевод есть, а есть толщевод, короче. Представь, бэби, что это наш общий сон. Представь, если завтра мир пойдет на дно. Мы проведем эту ночь вдвоем. Ты мне откроешь свою любовь. Забудь, бэби, все, о чем грустишь тайком. И пусть время есть еще, танцуй легко. Я не шучу, тебе идет фасон. Мы не проснемся, запомни все. Ну, припев. Да, припев посильнее. Припев посильнее, конечно же, да. Припев, конечно же, посильнее. Жречил не погружается. Да, жречил. Такой, как будто такой же какой-то жрец, да, гигантский. Так, мне сейчас, по-моему, отключится. Замечательная беспроводная крыса. Но она должна стать проводной. Да, пусть она станет на время проводной. И будет флекс, да. Да что-то я забыл совсем ее заряжать, подкармливать. Да, она сдохнет с голоду, поэтому пусть она лучше побегает пока с проводом. Так, неубедительно, бро. Неубедительно. В каком-то месте так около извинений прошел, да, прям так. Вот, где-то в целом норм, да. В целом норм. Так. На припевчике хорошо, да, хорошо. Сплинтер на проводе, ёпта, блядь. Да, это прям хорошо, да.
Так. Бридж, солнышко, да. Ну вот, блин, бро, неубедительно. Про толщевод какой-то там нам рассказали. Да. Про конец, про толщевод. Или конец входит в толщевод. Непонятно, бро, непонятно. Сплинтер. Да, все, блин, не любят сплинтера. Все ненавидят сплинтера и унижают бедолагу. Джунва. Разбалансирована песня, конечно. Разбалансирована, бро. Неубедительно. Сведен еще не очень хорошо. Здесь абсолютно разный свидос. И в припеве, и в куплете. Соткана по кускам, да, я бы сказал, песня. Такое, короче, бро. Такое, блин. Давай оценим эту работу. Я думаю, бро, что твой братуха жречил. Заруинил тебе катку. Мне так кажется. Представь. Представь, что друг может быть больше, чем враг, блядь. Может быть больше, чем брат. Да. А брат это больше, чем друг, да. А жречил может заруинить малуну катку. Так что вот так вот, бро. Не проснемся, запомни все. Вау-вау. Вау-мяу такое себе, да, неубедительное, бро. Неубедительное. Вау-вау-вау-вау. Неубедительное, бро. Давайте не будем хейтить жречил, он женился вчера. Да ладно, серьезно, бро, тогда ты лучший. Тогда ты лучший просто. 90 баллов мы тебе поставим. Лично тебе, если бы это было, да? Если бы это был твой сольный трек, тогда это было бы 90. Но так как Малун заруинил тебе трек, бро, тебе лично, да, трек жречил, респект. Поэтому придется поставить общую оценку. Общую оценку, да? Общая оценка примерно, с учетом того, что жречил сделал на 90, мы же знаем, да? А Малун сделал чуть похуже. Общая оценка по реализации где-то будет 3-4, да? Общая оценка по реализации их обоих. 3-4 балла. Где-то, наверное, тут потому что 3, а здесь где-то 6, да? Поэтому 4, я думаю, поставим. Да. Если бы Жечел женился на Малуне, то 90 на этом треке было бы. Да, оно и так будет 90, как бы... Мы же не знаем, может так и произошло. Как бы, какие проблемы? Да. Рифмы и образы. Рифмы и образы. Рифмы и образы 90, конечно, да, от жречила. Сейчас посмотрим внимательно, да, еще разочек. Светишься, я, наверное, рад. Мне даже не грустно, что все кончится так. Скидываю весь груз. Про груз мы тоже слушали в предыдущей песне в одной. Давай устроим бардак. Слова ла-ла. Ты по слогам моим бежишь. Давай сюда. Я тебя узнал, а ты меня. Я поднимаю глаза на наш последний закат. 90 баллов. Вообще тут 100% есть. Представь, бэби, что наш общий сон. Представь, завтра мир сойдет на дно. Так, поэтому. Поэтому. За текст можно поставить где-то 6. Я думаю, 6. Так, в рамках поп-музыки. 7 даже, да. Запорол, конечно. Малун здесь тоже все, что только можно. Все, что только можно. Индивидуальность и харизма. 10 баллов, конечно же, у жречила. Но совокупность их, да? Их совокупность где-то на четверочку тоже, да, отработана. Да. Малун, конечно, все убил вообще. Весь убийца вайба. Здесь 5 баллов. Здесь 2. Потому что у жречил 5, естественно, да, а у Малуна где-то минус 1. Поэтому общая цифра 2. Да, минус 2, я думаю, да, минус 2 за харизму. Здесь, да, у Малуна минус 2 за харизму. Поэтому общая оценка 4. За реализацию тоже. И за атмосферу вайб Малуну минус 2. Да. Жречил 5. Поэтому общая оценка 36 баллов. Бро! Как говорят инфо-цыгане, ты должен дружить с теми, кто лучше тебя. Чтобы быть на хип-хопе. Поэтому жречил, бро.
Малун тащит тебя на дно. Завязывай с ним взаимодействовать, бро. 36 баллов ты получаешь благодаря своему другу. А так было интересно, да. Спасибо большое. Спасибо большое. На самом деле, что касается припева, звучит, да, что касается куплета, звучит на 90, но есть небольшие нюансы, конечно, небольшие нюансы с точки зрения нативности, погружения в слоги, в вокал, во все прочее. 90, но можно немного еще доработать, до 150 где-то, я думаю, да, до 150 можно доработать точно. Спасибо большое, да.